Хочу заснять, показать, как припарковывается. Вот интересно, какая ебанушка так встала. Это я. Молодец, извините, девушка. Ну да, только девушки так. Ну что у вас там с дипломами и образованиями? Работа есть? Нет? А у меня есть. Что ты нахуй? Что ты нахуй? Да я герой нахуй, блядь. А что ты нахуй? А? Что ты нахуй? Не важно, кто справа, а важно, кто слева. Проблема Роллс-Ройса. Вот я хочу закрыть дверь. За что мне здесь схватиться? Предлагаю схватиться за голову и въебаться в стену, чтобы не было никаких проблем. Вместо одного крана на этой кухне их два. Из одного, как обычно, идет горячая и холодная вода. А из другого можно наливать свежее пиво. Вот колдун ебаный, а! Делаю глоточек кофе. А можно кофе глотнуть? Нельзя? В смысле, вы что, офигели? Я принципиально глотну. Мой самый любимый. Now I see. Горить. Шоколад Рошен горить. І що це значить? Це означає, що його підпалили. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. And here we go. Девочка стоит, работает, блин. Не на трассе, так тут, блядь. Дополнительно. Здравствуйте. Я на спайсах. Так, далее. Слухай, я коли це щодня думаю, щось я давно того Діми не бачила. Може здох? Може вже здох. А Кирилл любит, когда волосатые мужики обмазуются маслом. Я обожаю. Смотря каким маслом. Что? Так. Не здоровается с тобой, Вадим. Понимаешь? Ты со мной не здороваешься? Нет, не ты ли мне пизду лизал, а? Ты, блядь, тупая, блядь, а! Ты! Девушка, а можно с вами познакомиться? Я лесбиянка. Ну и что, я веду себя как баба. А вот еще, нам родители поставили москитную сетку на окна, чтоб никто не залетел. Правда, моей сестре это не помогло. Слышь, юморист, как ты родителям скажешь, что это наш сын? Прикиньте, с малой гуляю, до меня ларек доебался, я говорю, шо уебан. А, веган. И все равно он охуел. Бля, да, надо домой ехать.
Все? Пиздец. Не, поехали домой. Я обосрался, походу. Бля, пиздец. Бля, там реально каша будет. Лиз, иди магию покажу. Это салями. Мы их переносим наверх, и получается, что я под... Атакуйте, кулак сжатый, и тогда у вас будет сильный удар. А вы как бьете? Что это такое? Вот такой удар, что такое? Вот я на тебя подрочил, спасибо тебе за то, что я на тебя подрочил, я тебя благодарю. Откуда у тебя баба зібралася? Серьезно, такий поток машин, типа, вона щось собі думає. Що там, типа, там на той світ написано, чи що? Куди? Схема робоча, но є небольшой мінус. Глаза нужно часто менять. В супермаркете у кассы девушка пробивает одну булочку, один пакет молока, одну зубную пасту и одну зубную щетку. Молодой парень, сидя на кассе, говорит ей: «А ты, наверное, одна живешь?» «Да». «А как ты догадался?» «Да ты страшная пиздец». 8 миллиардов 448 миллиардов 344 миллиарда. Ебать! Вот ай, ты что? Подожди, тут вообще песня. Ебать! Когда у наркомана умер друг, он сказал: «Эх, придется вкалывать за двоих». Take me! Oh my God! Неизвестный проник в дом, побрил голову коту и скрылся в неизвестном направлении. При этом совсем ничего не украл, за исключением грациозности котика. Полиция Флориды ведет расследование инцидента. Как увеличить член? Сейчас весь интернет полон информации о том, что член на 2, на 3, на 10 сантиметров. И, конечно же, все мужчины первым делом... Он через колонку проигрывает, если что? Все. Ну, типа... Видео? Да. Бросили. Опа. Я для друга смотрел, что. Ты че, ебанутый? Дай-ка понюхать. Ты наступила на мясо? Вкуснятина. Зебры против лошадей. Лошади перевернули ход истории. Только вдумайтесь, от глубокой древности и до изобретения телеграфа парень на лошади был лучшим доступным интернетом. Лошадей одомашнили в Евразии, но люди произошли из Африки, где есть зебры.
почему первые люди не выехали из Африки завоевывать мир верхом на зебрах? Потому что зебры – ублюдки. Их жизнь – это пинки и укусы, что опасно в мире без пенициллина. И еще у зебр есть рефлекс пригибаться, отчего их трудно заарканить. Помимо того, что зебры – живые занозы в заднице, у них нет семейной структуры. Иерархия лошадиного стада. Ее видно, когда они скачут друг за другом. Самец, главная самка, ее же ребята, вторая самка, ее же ребята и так далее. Ловя и приручая главного самца, люди становятся первой лошадью. Многие из амбарных животных амбарные животные потому, что у них есть семейные ценности, которые люди эксплуатируют. Они просто растут с мыслью, что человек это такая чудная главная корова или вроде того. Ничего страшного. Куры будут драться, пока не решат, кто главная курица. Но знаете, кто на самом деле главная курица? Мы главная курица. Стою я, значит, у дома, и мне очень захотелось пукнуть. Я посмотрел налево, посмотрел направо и пукнул очень громко. И дед с балкона с второго этажа нагибается такой и говорит: «Хуёвая разведочка проведена, сынок». Ты, блядь, нахуй положишь этот телефон, блядь, или не нахуй? Хех, снег чистить. Менты остановили, доебались, говорят, блядь. Чё ты так ездишь, блядь? Ну, подумаешь, тренировка, нахуй. Ну, не, хуй там плавал. А мне говорят, чё ты, блядь, едешь с мигалками? Какие нахуй мигалки? Это, блядь, лопаты, нахуй. Пожить. Мины. Да, видите, видно. Будет горочка. Все, мина готова. Ебать, какой ты полурак, полухуй. Сейчас смотрю, блядь. Ебать, копать. И клешни, и эта хуйня. Насколько сильно отличаются названия женских дезодорантов и мужских? Женские. Жемчужная красота. Сексуальный букет. Пробуждение чувств. Питательные секреты. Шоколадная вуаль. Нежность пудры. Прикосновение природы. И мужские. Свежий удар. Усилитель. Камень. Арктический океан. Капитан. Бродяга. Ультра. Волчий шип. Экстремальная свежесть. Ну что, любимая, забрал очки? Да. Теперь ты будешь хорошо видеть? Конечно, сейчас. Все посмотрим, проверим. Супер. Ты знаешь, иногда лучше не видеть. Чего? Это печальный мотылек. У него только недавно случился секс, и через несколько дней у него отвалился пенис. Маш, ко мне поднимемся, посмотрим рыбок в аквариуме. Хорошо, пошли. А где рыбки? Да вот же. Плавают. Да вот я что-то шел, ебать, и тут тип в камуфляже стоит, нахуй. Ебать. Здорово, брат. 9 часов утра, я приехал на работу. А кто-то, блин, с ночной смены идет. Сногсшибательный денек. Пацаны, чё кому надо, похуй вообще вам, кому чё подарили, нахуй, сюда смотрим, ебать. Ебать, шампунь, керосин, бензин, майонез, нахуй, 7 в одном, пацаны, я либо сейчас летать, нахуй, научусь, либо я, блядь, сейчас вообще, блядь. Мне шоколадку надешевшую, зубочистки, минерал. Это вахтов, ёлка.